Санаторно-оздоровительный комплекс «Россия» передадут бюджетному учреждению санаторий работников органов прокуратуры Российской Федерации «Электроника» безвозмездное пользование без проведения торгов. Передача предусматривает осуществление деятельности, связанной только с оказанием санаторно-профилакторных услуг. Это значит, что санаторий «Россия», его имущество передается в безвозмездное пользование прокуратуре Российской Федерации и бюджетному учреждению, созданному прокуратурой Российской Федерации. Предполагается передача не всего имущества комплекса, а лишь одного из четырех объектов – санатория «Русия». «Русия» у нас состоит из нескольких санаториев. Из четырех – Приморье, Орлиное гнездо, Горный и Русия. Русия. Да. Помимо этого, комитет согласовал Совету министров Республики Крым безвозмездную передачу двух земельных участков на территории Багировского и Ильичевского сельских поселений из государственной собственности республики в муниципальную собственность Ленинского района. Проект предусматривает передачу двух земельных участков площадью, один из них 109 518 квадратных метров, а второй 112 450 квадратных метров за границами населенных пунктов. Понятно, для чего передаются земельные участки, очень важный вопрос, прошу поддержать. Цель проекта – организация деятельности по сбору, обработке и захоронению твердых коммунальных отходов на территории Ленинского района. Мария Мосур, Артур Чалый, служба новостей ИТВ.